попытаюсь удержать самолет и дотянуть вон до той скалы. Спасибо, Шарлотта. Мэг? Я могу починить мотор, но взлетать нам будет очень сложно. Собери все реликты, какие только найдешь. Мне нужно, чтобы ты вырос как можно больше. Последуем совету профессора. Глава 8.1. К началу. Будем бить всех, кто попадется, и собирать все, что можно. Или наоборот. Собирать будем всех, кто попадется, и бить все, что можно. Ну, хотя не суть. Толку-то. Так вот, собираем янтарь, раз он нам попался. И... Так, побегаем здесь, посмотрим, что тут может еще. Вот, вижу. Залежи янтаря. Угу. Это хорошо. Так, может быть и получится у нас хотя бы три шкалы заполнить энергией. Так, вот здесь вот подсобираем. Ага. О, и первый враг. Летит вражина. Так, ух ты. Как она мертвые петли это умеет делать. Неожиданно. Ну да ладно. Так, пробегаем вот здесь. Собираем. О, и опять пикировщик. Ух ты, как она еще умеет. Не ожидал я от нее такого. О, еще и какой-то скорпион боевой. Да на, получай. Так, наверх, наверх. О, какие-то красные, смотрите-ка. Кристаллы вон еще наверху появляются. Их, интересно, можно будет брать? Так, Жуковский, вали отсюда. Собираем. Да, интересно, для чего вот красный кристалл нам показывает, что тут есть. Так, и отлично, три шкалы не заполнены. Ну, ёшкин кот, попал ведь по нам. Там они что, бобов переели? Что-то у них из пятой точки аж огонь вырывается. Сопло рвёт. Прыгаем. Конечно же, прыгаем. О, смотрите, вот красные какие-то кристаллы. Это что это у нас? Интересно. А, я думал, брать можно. А, видимо, нет. Так. Пробегаем. А, очередные там уже. Вон, скорпион как хвостом нетерпеливо машет. Или виляет от радости, что нас увидел. Да ладно, я тоже рад тебя видеть. Лежи, отдыхай. А второй за ним появился. Так, давай ведерко с педальками. Жми. Угу. Так. Что-то вот гоблинов не видно. Вот это плохо. Они так-то веселые ребятки. Ну кто первый? Так, получили. О, этот уже пятой точкой своей завилял. Да не испугаешь ты огнем из своей задней. Так, это было опасно. Так, хорош тут виляет. О, троица вышла. Заходите обратно. Вот так вот. Так, опять скользим. Как на серфе катимся. О, братюни, вот это уже интересно. Иди сюда, мой лопоухий друг. Вот так вот. А вот реликты почему-то не попадаются. Да хорош, хорош. Вилять. Так, собираем.
О, братюня! Тихо, получи. Еще желающие будут, интересно, нет? Ух ты, а этот что? Отрыжка у него, понятно, бывает. Но смерть бы принял какую-нибудь. Так, братюня, не попади. Больно будет ведь. Ай, молодец. Какой он меткий. Люблю таких гоблинов. Ого, спокойный перевес. Ну а ты чё стоишь, ждёшь? Там твоих бьют, а ты стоишь. А теперь полежи тогда. Отлично. Так, и нам наверх залезть нужно. Тут скользко. Ой-ой-ой. Так, сходу ты не запрыгнешь. Побыстренько мы с вами давайте разберемся, ребят. И вот одно меня смущает. Где реликты-то? Ни одного реликта ведь нам не попало. Это беда. О, зато тут троица стрелков. Ну давайте, давайте. Огребайте. Получай. Смешная анимация у этих, конечно, гоблинов. Когда они люлей получают. Рот открывают от удивления и падают. Довольные. Так, что это за слюда такая? Скользкая. Так, вот этот самый опасный. Выносим его в первую очередь. Да блин, ну как ты в меня попал-то? Что ж ты такой меткий-то оказался? И ты получай. Так, пока тушечки. Несемся теперь на всех парах. Так, опять янтарь. Угу. А вот реликтов что-то я не наблюдаю. Получаем. Не буду я с вами связываться. Так. Угу. Блин, вот эти вот можно бы было брать. Так, ну хоть две шкалы у нас есть. Ох, сколько у вас. Так, больше всего вот этот жук напрягает. Так, ну эти нам не соперники. Включаем, отгребаем и лежим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нас тут заносит. Получайте. Пришлось на спецудар нам раскошелиться. О-о-о. О, вот они, хоть реликтики пошли. Вход. После такого джампа как раз надо подраться. Глава 8.2. Тайная база. Это что тут в ней тайного? Хорош ты махать, блин. Своей киркой тут. Шахтер. Гоблин-шахтер. Вот с реликтиками-то повеселее. Угу. Так, рычажок. И джекпот. Нормально. Так. Что стоим? Кого ждем? Меня? Ну ладно, ждите дальше. Какое-то болото, что ли, не пойми что. Ну ладно, не будем туда мы спрыгивать. Так, реликтики. И
Что тут у нас? А, так-то лучше. Опять можно разговаривать. Это зенитные пушки нас сбили. Нек, ты должен что-то с ними сделать, иначе мы отсюда никогда не выберемся. Не переживай, док, выберемся. Так, вот пушки, конечно, смотрите-ка. Как бы они по нам не лупанули. Дальнобойные, сразу видно. Зенитчики, гоблины-зенитчики. Так, получай. Это засада. Да, надо выбираться. Так, что тут за коридор такой смерти? Каньон. И одни гоблины. Угу. Получи. Очередной рычажок. И долгожданные реликты. О, немножко хоть подросли. Так, ну что ж ты там стоишь, скучаешь? Ой-ой-ой, иди сюда. О, и шреки уже появились. Бегут, куркаются даже. Ты смотри-ка. Для такой комплекции что-то больно шустрое они. Куркайся дальше. Но в кустах. Так, о, болото. Трясина засасывает Нека. Что здесь у нас есть? Эликтики. Чуток, но есть. Так, ну иди сюда ты уже, ёшкин ты кот. Так и напрашиваешься на грубость. Ох ты, а ты что? Попасть даже не можешь, в ограду попадаешь. Вот тебе за это. Повышай свою меткость. Щусёнок. О, одна пушечка сложилась. Так, интересно. Теперь будем вторую отключать. Какие-то тут ежи. Противотанковые. Но у нас-то, в отличие от гоблинов, танков-то нету. А Нека они явно не остановят. Укрепились, понимаешь, они. Так, братюня, давай, смотри. Ох ты, блин, только хотел сказать, не попади в меня. Попал. Кики. Ну, хорош, хорош, блин. Этот по одной, этот по три стрелы выпускает. Что за читерство? Еще и этот свой кока-кола кидается. Да не пьем мы такую Г. Вот я за это. За надоедливую рекламу. Ну и почти у нас фул шкала. Так, сломали очередную пушечку. И осталась одна в наличии. Ну что ж, сломаем и эту. Сюда залазим. О, вот это уже весело. Ну, хороший рекламщик с этим банком кидаться. Где тут ваша пушечка? Давайте-ка ее сюда. Так, получай. Такой надоедливый-то. Так, ну и ты сейчас получишь. Отлично. Хотя лучше бы реликтами бы запаслись. Так, ну все. Какая-то слабенькая охрана у этих зениток оказалась. Но тем не менее, задачу выполнили. И нас приглашают куда-то туда. Ну что ж, пробежимся. По красной дорожке. Доктор, взгляните на этого стража. Да, удивительно. Гоблинам удалось создать подходящий интерфейс для нейронной матрицы стража. Он в их власти. Да, точно. А вы заметили, у него огромный ящик реликтов. Мне надо подрасти, так?
Сейчас я их перехвачу и стану больше. Полезная логика. Скажет, отдай мой ящик. Получайте, ребятушки. Так, ну что ж вы всем скопом-то, а? Это тоже какие-то новые противники. Новое оружие у них. Бумеранг, бумеранг, не пойми что. Но все равно слабачки оказались. Эти зеленые. Так, подъемник. Погнали, погнали.